Всем добрый вечер. Сегодня сделаем маленький обзор. Работа на рефе. Машина DAF. Реф у нас фирма Термофин. Не видно. Вот наш грузовик, весь белый, красивый. Посмотрим, если не с**ли ничего. Ремни здесь. Весь беленький DAF XF 2020-го. Так вот выглядит загрузка на рефрижераторы. Завязываем с таким способом. Есть вот специальные рейки. 6 мешков. Ну все. Мы, как я ранее говорил, загрузились. Поставили пломбу. Включили холодильник, и вот выезжаем. Ехать нам где-то часа 3,5-4 до разгрузки. Время почти 3:30. Сейчас поедем на разгрузку. Там посмотрим, как получится по времени, сколько времени возьмет. Разгрузку. В первую очередь отключаем наш холодильник.
пломбу уже сняли, документы я им отдал. Также открываем, как обычно. Все у нас на месте. Также приподнимаем всю телегу. Сейчас будем парковаться. Вы разгрузили. Зеленая лампочка загорелась. Значит, разгрузка закончилась. Теперь мы выезжаем. Выезжаем. Также оставляем эти двери открытые. Ящиками. Так вот. Все. Вот так вот остаемся до утра. И идем спать. Спасибо за просмотр. До свидания.